На выборах президента России 18 марта избиратели впервые смогут проголосовать не только по месту прописки, но и на любом участке страны или за границей. Если раньше для этого нужно было получить открепительное удостоверение, то теперь, благодаря системе «Мобильный избиратель», участвовать в выборах стало намного проще. Зная адрес, по которому вы будете находиться 18 марта, можно узнать номер подходящего вам избирательного участка. Избирательные участки размещены на сайте ЦИКа, Центральной избирательной комиссии. А по Сарову избирательные участки можно посмотреть на сайте администрации в разделе «Территориальные избирательной комиссии», либо уже ближе к дню голосования вам будут разнесены пригласительные, в которых будет указан адрес участка избирательного. В принципе, на сайте Центральной избирательной комиссии сейчас сделана интерактивная карта, где полностью представлены все избирательные участки на всех субъектах РФ, и, соответственно, можно выбрать свой субъект и там найти уже по адресу свой участок. Заявление о том, что вы намерены голосовать не по месту жительства, можно подать один раз. Это необходимо сделать до 12 марта в любой участковой избирательной комиссии. Можно прийти в многофункциональный центр, там подать заявление также. А можно никуда не ходить, и если есть учетная запись на сайте госуслуг, то можно, соответственно, заявление подать через сайт госуслуг. Если вы по каким-то причинам не успеете подать заявление в этот срок, то с 13 по 17 марта вы можете сделать это лично и только в участковой комиссии по месту прописки. Если обстоятельства изменились и после оформления заявления вы все-таки придете голосовать по месту регистрации, вас могут включить в список избирателей, аннулировав поданные вами заявления. При этом члены избиркома в течение 2 часов с момента вашего обращения, но не позднее момента окончания голосования, должны установить, что вы не проголосовали в другом месте. Если в день голосования вы знаете, что вы уезжаете за рубеж, в любую зарубежную страну, соответственно, вы можете также прийти на любой избирательный участок, обозначить ту страну, в которую вы собираетесь ехать, и подать заявление, и потом в день голосования 18 марта прийти в консульство и также отдать свой голос. Все интересующие вас вопросы можно задать сотрудникам информационно-справочного центра ЦИК России по телефону 8 800 707 20 18.